Привет, доктор. Как твои дела? Я зовут Подстаныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения. Но, несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Я, как бывшего менеджера моего товарища, рекомендую своего бывшего знакомого как персонала сайта строения. Адрес странички ВКонтакте 3160 5878. Итак, продолжаю. Глава называется «Беседы современной молодежи». Время на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доступ объявлений на просторах интернета. Рассказ номер 5. На кладбище. Я. С бодрым утром. Саня. Спама нет, ура! Так я и не понял, как определять месторасположение по IP. Откуда это с вами идут-то? IP 2129454. О! Нашел! Наверное, это белка-стрелка или еще кто. Хо-хо-хо. Круто! Максим, не буду закомментировать, что все, что ты делаешь, я чем-то занят бываю. Ты там что делаешь? Где? Твое сказание. Максим, не нужно все комментировать, то, что ты делаешь, я чем-то занят бываю. Вот я тебя и спрашиваю, не занято ли ваше высочество чем-то? А, то как сказать, занят немного. Ты сегодня на кладбище был? Нет. Сегодня поминали субботу воинов. А я был, встал лопатой, замахался тяпкой и напилил. Напилился пилой лет 15. Никого не было даже на могиле деда. Батя, ну, короче, жил в другой стране, можно сказать, на другом краю земли. Вот. Короче, могилу превратили в мусорную свалку. Ну, я с крестной сегодня ощущал этот мусор, пилил все эти корни, эти все прочие, напилился. Потом подумал, нафига я это все сам делал, когда, ну, он там заплатил этому, как его там, сторожу на кладбище. Вот, он теперь сам ухаживает и все. Чтоб он ухаживал. Ну, короче, стемнело. И все не успели сделать, еще поели. Отец, сам понятно, далеко живет. Понятно. Не, я на кладбище, тут на пасхальный. Стыдно стало мне, Саня. Бывает. Блин, руки до сих пор трясутся. С непривычки пилу держать и топором махать, это, конечно, да. Да, это было что-то.